Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Никита, и сегодня мы продолжаем строить вот такой офигенный дом в Майнкрафт. И как я уже говорил ранее, у вас теперь есть возможность попасть в видео. Для этого вам нужно всего лишь перейти по ссылке, которую я оставлю в описании и в комментариях под этим видео, и сделать репост. И с помощью программы я выберу трех людей. И вот три случайных человека, которые сделали репост прошлого видео. Ну, я надеюсь, что вы поставили лайк этому видео, подписались на канал и написали любой комментарий. А все комментарии я лайкаю. Ну и давайте строить уже сам дом. Для начала давайте построим здесь небольшую пристройку. Для этого давайте возьмем кварц. Поставим здесь 4 блока. Теперь здесь 2 блока поставим. То есть встанем сюда, поставим 2 блока. Потом снова 2 блока здесь. Поворачиваем сюда. Опять 2 блока. И здесь дальше достраиваем все до конца. Теперь давайте возьмем кварцевую колонну, поставим. Здесь одну. И через 4 блока еще одну. Так, теперь здесь один блок заменим на кварц. Где еще вот здесь. И все. Так, еще давайте здесь вот поставим блоки, чтобы не было вот так вот. И эти кварцевые блоки у нас должны быть высотой в 6 блоков. То есть один уже стоит, ставим 2, 3, 4, 5, 6. Здесь также. Раз, два. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь поставил, да? Все, 6 блоков. Теперь давайте поставим, возьмем кварцевые ступеньки и поставим их таким образом вот здесь. Хоп, хоп, хоп. Вот так. Теперь то же самое сделаем здесь. И так, здесь давайте поставим здесь, вот так, 3 блока кварца. Теперь поставим ступеньки. Так. Да пускай даже так будет, я думаю, ничего страшного нету такого. Ставим вот так. Так, здесь давайте поставим ступеньки, чтобы было заходить нам. Дальше давайте поставим здесь пол. Кто строит выживание, может построить из плит, чтобы было удобнее. Но я буду строить из обычного кварца, так это мне удобнее и быстрее будет. И по ресурсам я как бы не ограничен. Так, теперь давайте снова возьмем кварцевые ступеньки, поставим их вот таким образом. Теперь здесь также. Так, тут случай посложнее будет. Давайте поставим вот так. Так, тут уберем. Дальше здесь. И тут уберем. Чтобы было вот так. Теперь давайте возьмем кварцевые плиты, поставим и таким образом соединим их с кварцевыми колоннами. Так, здесь мы как сделаем. Так, два. Делаем так же, как и снизу. Так, и здесь 2 блока. Все. Так, теперь что мы делаем? Давайте здесь мы по углам заменим плиты на ступеньки.
Так, а тут как делаем? Давайте поставим здесь вспомогательный блок. И сделаем вот так. Так, очень у нас получается. Теперь давайте возьмем, наверное, каменные плиты и поставим их поверх кварца. Так, тут не ставится. Давайте я сразу, наверное, кварцевые, каменные плиты, блоки поставим. Наверное. Хотя даже не знаю, как это делается. Если поставить кварц. Ладно, давайте пока оставим так, потом глянем, что как будет. Так, дальше давайте здесь уберем по... Нет, уберем. В центре по два блока. Оставим здесь вот так. Да, вроде бы. И поставим здесь кварц вот таким образом. Да, вроде бы так. Так, дальше. Давайте поставим здесь до конца каменные плиты. Дальше здесь вот так поставим. И здесь так. Так, дальше давайте здесь достроим вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так вот. Так, тут, наверное, сделаем. Как бы сделать-то? Так, сейчас. Давайте пока тут поставим тогда. Допустим, вот так. О. Да, тут я сейчас объяснил вообще, чем плохо. Надеюсь, вы просто поняли, как это делается. Как бы сам просто импровизировал. Так, вроде бы у нас это все готово, здесь пристройка. Тут можно еще поставить. Хотя, ладно. Думаю, ничего такого. Все нормально. Так, идем дальше. Что мы не сделали еще? Мы не сделали тут дымоход. Так. Так как камень мы везде использовали. Что? Да. Давайте еще дымоход оставим. Но потом поставим здесь еще одну пристройку. Возьмем кварц, отсунем здесь один блок и поставим полосу здесь. Дальше так же, как и в тот раз. Возьмем дальше кварцевые ступеньки, поставим их таким образом. Так, ставим здесь пол сразу. Так, здесь вроде бы кварцевые колонны стоять не нужно, если я не ошибаюсь. А нет, надо, все. Так, давайте здесь поставим. Так, вот у нас дверь стоит. Ведем. Отступаем два блока. Раз, два. Ставим здесь и тут также. Раз, два. Так, как мы помним, у нас кварцевая колонна должна быть высотой в 6 блоков. Ставим. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, шесть. Так, теперь тут давайте уберем по блоку. Ставим кварцевые ступеньки. Дальше. Ставим по бокам здесь ступеньки кварцевые. И здесь вот так. Так, теперь что тут сделаем? Перила. Так, теперь давайте... Так, да, поставим здесь кварцевые... Нет, не кварцевые, а каменные ступеньки. Так, тут, наверное, надо будет убрать это все, оно мешается. Да. И теперь ставим самую обыкновенную крышу из каменных плит. Вот так.
Так, вроде бы все готово, все сделано. Так, идем дальше. Так, вроде бы каменные кирпичи нам больше не пригодятся. Можно их убрать. И теперь давайте возьмем булыжник. Дальше булыжник и ступеньки. Так, и булыжную ограду. Так, примерно посередине нам надо поставить. Так, 4 блока вроде бы. Или 6. Раз, 2, 3, 4. Так, давайте даже 6. Тут получается по бокам остается 3 блока и 3. По бокам 3 блока остается. И это у нас все должно быть в застой в 6 блоков. То есть 1 стоит блок, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше мы это все доводим до конца. Теперь давайте поставим здесь ступеньки. И, наверное, еще один слой ступенек. Здесь мы лишнее все застраиваем. Дальше мы ведем здесь до конца все. Так, так, сейчас. Тут, наверное, сделаем вот так. Было все более квадратным. Так, какая даже высота, я тоже в принципе не знаю. Давайте попробуем вот так сделать. Дальше возьмем вспомогательный блок, поставим один, поставим ступеньки вот таким образом. Так, вспомогательный блок можно убрать, поставим вот так и возьмем каменную ограду, ставим вот таким образом. Она все-таки слишком высоко я поставил. Можно будет опустить на один блок. Будет получше. Так, идем дальше. Так, вроде бы. Так, камень нам больше не нужен. Точнее, булыжник. Так. Теперь давайте поставим здесь площадку из камня. Так, давайте возьмем каменную плиту. Поставим здесь 12 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще один слой поставим. Дальше встанем вот сюда, наверное. Так, поставим 4 блока. Уберем 4 блока земли. 1, 2, 3, 4. Дальше еще один блок. И еще, наверное, да, чтобы соединялось все. Да. Заменим это камнем все. Оставшуюся площадку нам надо заделать камнем. Так, в принципе, нам вроде бы как камень больше не понадобится, давайте его тоже уберем. И возьмем. Так, что мы возьмем? Давайте даже. Так, землю. Нам понадобится земля. Пионы и розовый куст. Давайте поставим здесь по 2 блока. Дальше вот так. И соединим все это. Так, а погодите, а как у нас там? 3 блока. Не 2 блока, а 3 мы ставим. Дальше здесь по диагонали по одному блоку. И соединяем здесь.
теперь вместо этого мы ставим левее землю. И теперь мы ставим пионы и что это у нас? Розовый куст. Сначала пионы, потом розовый куст. Пионы, розовый куст. И так чередуем. Ставим это все в шахматном порядке. Вот так. Так, спереди у нас бит у нас готов. Теперь давайте глянем, ничего ли мы не забыли. Так, вроде бы да. Ничего не забыли. Осталось нам только поставить зелень. Так, давайте лишнее все уберем. Так, дубовые листья нам надо брать. И поставим их по периметру всего дома. Так, теперь тут давайте продадим траве. Сделаем траву чуть больше, чтобы стена не казалась такой плоской. Давайте попробуем поставить здесь по два блока. Еще один здесь. Попробуем сделать вот так, вот так. Как-нибудь по-разному. Ну, допустим, вот так. Теперь здесь поставим блоки. Ладно, тут не надо все-таки. Вот тут. Дальше где? Здесь вот. Вот здесь можно поставить. Теперь вот здесь еще. Здесь вот в углу можно. Так, и здесь можно вот убрать. Нет, здесь это не смотрится так красиво. Вот так вот можно сделать. Так, еще я забыл, давайте возьмем. Так, дубовые листья нам уже не нужны, возьмем цветочный горшок и синюю орхидею. Поставим здесь по горшку возле окон. Ставим цветы. Так, здесь оставим, поставим здесь. Дальше здесь. Так, ну в принципе все, сам дом готов. Я думаю, давайте еще сойдем внутрь дома. Так, где-нибудь здесь выломаем стену. И здесь еще поставим, заменим траву на камень. Так, давайте еще поставим где-нибудь факела, чтобы было лучше видно. Или даже цветокамень. Просто поставим их вот так вот, потом уберем, если что. Так, теперь давайте заменим всю траву на камень.
Ну а на этом мы заканчиваем, так что подписывайтесь на канал, если вы не сделали этого ранее, ставьте лайки, комментируйте и всем пока.